Западный Казахстан – родина известных всему миру композиторов и кюйше. Курмангазы, Дины Нурпеисовой, Даулеткерей и других знаменитых личностей. Эта земля – колыбель многих прогрессивных начинаний. И связаны они с именем неординарной и выдающейся личности Жангирхана. Из праха и тлена восстанавливаются имена, пробиваются сквозь толщу веков сказания и легенды, призывающие чтить память предков, знать свои исторические корни, культуру, любить и гордиться своей родиной. Одна из известных легенд, дошедшая до нас, это легенда Нарынкума о существовании во дворце хана Жангира оружейного музея. Музей – понятие, появившееся в культурном обиходе человечества более 2500 лет назад. Существование целого ряда определений музея и разных подходов к этому в значительной степени объясняется сложностью и многоликостью самого феномена. Древние греки изначально понимали под музейным святилищем мус, а со временем с этим словом стало связываться и представление о месте для занятия литературой, наукой и научного общения. В эпоху Возрождения понятие «музей» наполнилось новым смыслом. Им стали называть коллекции памятников античности и произведения искусства, образцов мира, природы и всего, что воспринималось в качестве редкости и диковины. Во второй половине XVI века термин «музей» все чаще начинает употреблять и относительно помещения, в которые эти ценные предметы хранятся и экспонируются. XVIII-XIX века стали временем бурного расцвета музейного дела, определились функции и завершился процесс формирования музея как социально-культурного института. Именно в этот период возникли большинство известных музеев мира. Кунсткамера в Петербурге, 1719 год. Эрмитаж, 1764. Оружейная палата Московского Кремля, 1806, Старый музей в Берлине, 1824-1828 года, Сельскохозяйственный музей в Петербурге, 1859, Политехнический музей в Москве, 1872 год и другие. И как свидетельствуют фотографические материалы, в XIX веке возникли музеи и на территории Казахстана. Доказательство тому – наличие в государственных архивах России и Казахстана исторических сведений и убедительных фактов существования оружейной комнаты в Ханской Ставке, центре административной, социально-экономической и культурной жизни Букеевской Орды в период правления ею ханом Жангиром. Иногда создается впечатление, что пески обладают мощной и удивительной способностью генерировать, аккумулировать прошлые цивилизации и передавать из поколения в поколение. Наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал: «В истории каждого народа очень много великих сыновей, которые составляют национальную гордость». Они завоевали славу казахов. Благодаря им мир узнал о земле казахов, ее народ получил признание.
Нарынская степь по праву считается сокровищницей, летопись нашей отечественной истории, которая взрастила и взлелеяла великих казахов. Здесь же, в Букеевском ханстве, в легендарных рынописках, колыбель одного из самых ярких представителей и государственных деятелей казахского народа, последнего казанского хана Джангир-хана. Многие его начинания вошли в историю с числительным первым. Это первый музей, и эти свидетельства мы можем найти как в архивных документах, так и в периодической печати тех лет. Джангир-хан Букеола – великий казахский государственный деятель и реформатор-созидатель, обладавший евразийским образом мышления. Генерал-майор, кавалер ордена Святой Анны первой степени. Почетный член и меценат Казанского императорского университета. С периодом его деятельности с 1824 по 1845 годы связано введение в Букеевской Орде оседлости, строительство ханской ставки, создание централизованного административного устройства, духовного управления, нарынского лесничества, развитие судопроизводства, торговли, денежного обращения, а также введение налогообложений, института частной собственности на землю, распространение просвещения и грамотности, выделение мест для обучения казахской молодежи в кадетских корпусах из самых престижных вузов России, строительство мечетей и школ, открытие аптеки и организация врачебной помощи населению, ветеринарной службы, племенного дела, почтовой связи, а также создание в ханской резиденции собственного исторического музея. Известный ученый, исследователь истории Букеевской Орды, академик Салык Зиманов в своей монографии «Россия и Букеевское ханство», повествуя о заслугах Джангир-хана, отмечает: среди примечательных явлений в культурной жизни Букеевского ханства особое место занимала оружейная комната. Название музей, оно не определяется количеством предметов, которые там находятся. Они определяются качеством того, что там собрано. А качество собранных, будем говорить, предметов материального мира, это, которые выходят далеко за пределы Казахстана, это и из Багдада были вещи, из Хивы, из Башкирии, еще из других мест, из Китая даже. Так что я думаю, вот это как раз говорит в пользу того, чтобы назвать это музеем. Все вот и оружие, которое было у хана, вот все пишут, что это было произведение лучших мастеров. То есть оно приравнивалось как бы к произведениям искусства именно в создании оружия, оружейного мастерства. То есть это была уникальная коллекция. Уникальная, мы об этом не должны забывать. Я не знаю, вас вот так волнует вот этот вопрос, называть это музеем или нет. Я думаю, что об этом даже и спорить не надо. Естественно, что это музей. Один из самых авторитетных в мире общественных объединений, Международный совет музеев, выработало следующее определение, которое включен в его устав и широко используется в международной практике. Музей – это постоянное некоммерческое учреждение, находящееся на службе общества и его развития, и открытое для людей. Оно приобретает, сохраняет, изучает,
популяризируют и экспонируют в образовательных, просветительских и развлекательных целях материальные свидетельства человека и окружающей его среды. Знаток, любитель и ценитель редкостей, азиат среди азиатов, европеец среди европейцев, ученый среди ученых Джангир Хан, являясь носителем национальной культуры и традиций, хорошо знал и придавал большое значение необходимости знания истоков своего народа, его истории. Джангир Хан бережно хранил доставшиеся ему по наследству от предков исключительно редкостные предметы и имущества, каждый из которых являлся неповторимым шедевром народного прикладного искусства. Активно вел переписку по поводу передачи ему необычно редких вещей и реликвий, представляющих семейно-династическую и историческую ценность. Постоянно пополнял и доставал их, не щадя времени и денег. Известно, что в 1825 году хан Джангир обращается с прошением на построение от казны у северной оконечности Нарын песков в урочище Жаскус в 75 верстах от Эльтонского соляного озера деревянного дома. Спустя два года высочайший государь-император выделяет деньги на построение ханской ставки и в январе 1828 года встречает в новом ханском дворце. С окончанием строительства и вводом в эксплуатацию ханского дворца семейные реликвии и ценности, выставленные в специальной комнате, несомненно приобрели новый статус, а именно статус музейных экспонатов. Об уникальности экспонатов оружейной комнаты ханского дворца и каким образом их использовал Джангир Хан, можно судить по описаниям, оставленных его современниками. Профессор химии и фармации Гербского университета, естествоиспытатель Карл Гебель, посетивший в апреле 1834 года ханскую ставку, написал: «Вообще, хан оказывал чрезвычайное гостеприимство, какого я не ожидал. Хан показывал нам обделанное серебром и золотом, осыпанное драгоценными камнями оружие. Особенно хвалил сталь многих черкесских и турецких сабель и кинжалов. Хвалил также силу многих с отвинчиваемыми стволами, древность и употребление различных бердышей, секир, стрел и луков, употребляемых его предками. Но отличного превосходства от других были две сабли, осыпанные драгоценными камнями, из которых первая подарена была покойным императором Александром Благословенным, отцу его, Букейхану, вторая ему, при наименовании его хана». Дипломат, историк, барон Федор Андреевич Бюллер в записках о путешествии во внутреннюю Орду пишет: «Все большее внимание наше привлекла оружейная хана, по множеству развешанных по стенам ее восточных шашек, ружей и шлемов. Хан показал присланный ему в отсутствие его диплом названия члена Казанского университета. Потом разное древнее оружие, свидетельствующими об их древности и драгоценности». Профессор, доктор естественных наук, заведующий кафедрой технологии Казанского университета,
Киттары Мадес Яковлевич описал оружейную комнату так. У боковых стен возвышения стоят два узкие, но высокие, красного дерева шкафа, в которых за стеклом помещались различные азиатские кольчуги, налокотники и другие воинские доспехи. Между этими редкими и ценными вещами более всего бросался в глаза прекрасный стальной шлем в виде тюбетейки с красивой золотой насечкой. В остальной части этой комнаты, которую называют здесь оружейной, вдоль стен идут широкие шкафы красного же дерева, в которых за стеклом красиво расположено множество различных сортов ружей, шашек, сабель и кинжалов. Из ружей, до которых Джангир был большой охотник, более всего интересовали два. Одно с весьма красивой азиатской отделкой, ценимое в 1000 рублей серебром. Другое – замечательное своей длиной, достигающей сажени. Вообще эта коллекция – плод многолетних сборов, заключает в себе весьма много старинного азиатского оружия. И едва ли не более всего вставки хана заслуживает внимания. Эти описания оружейной комнаты и описания, оставленные другими современниками Джангир-хана, убедительно показывают, что коллекция была особо продуманной, систематизированной, и порядок их расположения в оружейной комнате соответствовало издревле сложившимся философии, традиции и представлениям казахов о повседневных предметах быта, об их месте и роли в их жизни. Экспозиция музея свидетельствовала о высоком мастерстве восточных оружейников и казахских ремесленников,